Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный автомат РК-74 CQB производства компании G&G поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, набор наклеек с изображением патронов, сам страйкбольный автомат, механический магазин, лоудер, мушковерт и пластиковый шомпол. Страйкбольный автомат РК-74 CQB от компании G&G является вольной вариацией тюнинга 5,45 мм автомата АКС-74У. Главными особенностями представленного страйкбольного автомата является его необычный внешний вид, включающий цевьё с интерфейсом K-Mod по бокам, позволяющий устанавливать аксессуары соответствующей системы крепления. Также на цевье снизу имеется платформа стандарта Picatinny для установки лазерных целеуказателей, тактических фонарей и рукояти переноса огня. На ствольной накладке и крышке ствольной коробки также имеются панели стандарта Picatinny для установки оптических и голографических прицельных приспособлений. Кроме этого, автомат имеет видоизмененное дульное устройство, необычной формы прозрачный магазин с увеличенным подавателем, двухсторонний рычаг взведения, модернизированный переводчик огня с площадкой для указательного пальца и вырезом для фиксации рычага имитации затвора, увеличенный рычаг отмыкания магазина, пистолетную рукоять с вырезами под пальцы и телескопический приклад с отсеком для хранения батареек и различной мелочевки. Для того, чтобы открыть его, необходимо утопить фиксатор в основании приклада и сдвинуть нижнее ребро приклада вниз. Защелкивается отсек самостоятельно при возвращении ребра в исходное положение. Также в качестве особенности можно указать наличие в магазине при приемники Magwell Spacer, позволяющего устанавливать магазин правильно и исключить его перекос. Представленный страйкбольный автомат от компании G&G комплектуется гирбоксом 3-й версии. Отсек для размещения аккумулятора располагается под крышкой ствольной коробки. Для того, чтобы получить к нему доступ, необходимо утопить фиксатор крышки ствольной коробки и поднять ее вверх на направляющий. Здесь располагается разъем мини-томия с предохранителем. Модель изготовлена из металлического сплава, ударопрочного пластика и стали. Из металлического сплава выполнены дульные устройство, внешний ствол, цевьё, колодка прицельной планки, ствольная коробка, респанель на крышке ствольной коробки и трубка приклада. Из ударопрочного пластика магазин пистолетной рукояти и приклад. Из стали колодка мушки, крышка ствольной коробки, переводчик огня, имитация возвратного механизма, рычаг отмыкания магазина и гарда спускового крючка. Тыльник приклада резиновый. РК-74 CQB от компании G&G оборудуется телескопическим регулируемым прикладом типа крейнсток. Для того, чтобы раздвинуть его, потребуется нажать на фиксатор, сдвинуть приклад в нужную позицию, вернуть фиксатор в исходное положение и зафиксировать приклад. Приклад имеет 6 фиксируемых положений. Переводчик режимов огня, он же предохранитель, расположен на ствольной коробке справа. Имеет 3 положения. Верхнее положение, когда предохранитель включен, среднее положение для ведения автоматического огня и нижнее положение для ведения одиночного огня. Автомат оборудован фирменным электронным ключом G&G, позволяющим программировать его для стрельбы с отсечкой по 3 выстрела вместо режима непрерывного автоматического огня. Для того, чтобы переключить режим, потребуется перевести оружие на одиночный огонь, нажать на спусковой крючок и удерживать его в нажатом положении не менее 12 секунд. И также в обратную сторону для возвращения режима непрерывного автоматического огня. Регулировка хоуп-апа осуществляется через окошко имитации выбрасывателя. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть назад и удерживать либо зафиксировать при помощи выреза в переводчике режимов огня рычаг имитации возвратного механизма. Здесь мы видим ползунок, сдвигая который в сторону приклада, мы увеличиваем степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытых мушки и целика. Целик регулировок не имеет, мушку можно отрегулировать только по вертикали при помощи мушковерта или отвертки из комплекта оригинального АК. Для крепления оружейного ремня имеются антапка в основании трубки приклада, а также сквозная ниша для крепления быстросъемных антапок в задней части приклада. Для того, чтобы установить магазин, потребуется зафиксировать зацеп магазина в передней части шахты магазина приемника и, двигая магазин назад, закрепить опорный выступ магазина. Для извлечения магазина нужно нажать на рычаг отмыкания и подать его пяткой вперед. Будьте внимательны при примыкании пустого магазина к автомату, утопите торчащий язычок подавателя, дабы предотвратить его поломку. В комплекте поставляется пластиковый механический магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, потребуется воспользоваться лоудером. Благодаря увеличенному язычку подавателя магазин дошлет все шары из магазина в камеру хоуп-апа. Кроме того, в комплект поставки также входит набор наклеек с изображением патронов. Для того, чтобы наклеить их на магазин, необходимо утопить фиксатор на пятке магазина и сдвинуть ее вперед, после чего выдавить вниз внутренний блок и приклеить наклейки на соответствующие части магазина, после чего собрать его обратно.